Попытка номер 200. Если это смотрят те, с кем я занимаюсь, отщелкиваем видео назад, там будут все пояснения каждого символа до вот этого мгновения. Я просто добавила порталы вокруг вот этого звездного бесконечного до бесконечности. Саму вечность. Все объяснения всех этих трех шенов, все это есть уже. Я не буду 500 раз повторять. Я быстро пролистаю, с чего это началось. Это развитие мастерства. Так, у меня руки уже не слушаются. Здесь безумно холодно. Я окоченевшими лапками рисую. Это надо пройти через выход из зоны комфорта и так называемую жертвенность. Заземлить мастерство вечное в жизни через позвоночник, грубо говоря. Осознать себя мастером и потом раскрыть это, блин, на все реальности, на все вселенные, которые мы из себя производим. И прийти к единству всего в слиянии, в мастерстве, во взаимоотношениях. Ну, в общем, стать мастером жизни.